Обратный отсчет начался. До одного из важнейших событий спортивного мира – чемпионата Европы по футболу – осталось всего 3 дня. Среди челнинцев немало тех, для кого это событие окажется в зоне особого внимания. Но отправиться на чемпионат могут далеко не все. Большинство будут болеть за сборную России у домашнего телевизора. Однако Авторадио дарит своим слушателям возможность сделать это в дружной компании в уникальном спортбаре. Как туда попасть, узнаете прямо сейчас. Главный принцип акции – оказаться в нужное время в нужном месте. Слушатели из эфира любимой радиостанции узнают о высадке десанта «Авторадио» и спешат получить заветный приз. Сегодня раздача билетов в спортбар «Авторадио» развернулась у одного из торговых центров города. Я слушаю «Авторадио», мне оно нравится. Оно стоит у меня на первой волне, хорошая музыка, разная музыка. И молодежная, и старая. Очень буду рад поболеть за нашу сборную и присутствую как раз друзей, как говорится, да. Вот. Большое спасибо Авторадио за эту акцию. Но были среди получивших пригласительные билеты на 2 персоны в спортбар не просто слушатели Авторадио, а истинные фанаты станции. Всегда с удовольствием слушаю Авторадио и Мурзилок International, сейчас называется Live, Мурзилки Live. Вот. Интересные новости, в том числе местные, да, по КамАЗу, по набережным Челнам. И вообще интересная программа музыкальная. Вот, пожалуйста. Нормально? Хорошее радио. Почему слушают Авторадио? Потому что нравится. Как и множество других болельщиков, будущие посетители спортбара «Авторадио» искренне верят в сборную России на грядущем чемпионате, но и ложных иллюзий не питают. И мне нравится наша команда. Ну, жалко, что они плохо играют, но дай бог в этом году они займут хотя бы какое-то место. Спасибо за то, что проводите такие мероприятия. Не забывайте о нашем российском футболе, хоть он и в легкую хромает, но все равно они молодцы. По-любому должны хоть чуть-чуть победить. Первые счастливчики уже получили свои билеты в спортбар на просмотр матча Евро-2012. У вас также есть возможность оказаться в числе зрителей. Для этого необходимо внимательно слушать Авторадио и после объявления места высадки десанта прибыть в указанную точку в числе первых. Полина Осадчая, Михаил Матвеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.